Не то слово, ёпта. Тут рогой может зайти? Любой ГС. Блин, да если тебе нужно на пул, я зайду на леди на ханта. А, тут есть уже хан. Не ради бафа, не ради стана. Могу фуриком зайти, а то тут один фурик, это такой себе. Это была обидно, по-моему, не? Там поворот и зашел, давайте в три лока, сейчас вообще будет круто. Кого тут бафы? Тут один вар. Шесть третиков, правда, не вар. На первую тоже? На первую СЛК спала КД? Олег, не сбайте. А, медведь дает такой же баф, как кот для ханта? Да. У ретриков не у повороте нет? У козыри есть, стопудово есть. Так, коллег, надо кому-то? Да. Идешь, Робер? Мне типа или тапки, или колье. Ты вчера ходила по боксу? Ну. Ну, и получал на него ИП. Ну. У тебя двойное? Ну что-то на механике. Нет. Хочет. Ну типа КДш слетел. Ну вот. Не забудьте, что ИП на другого чара получаете. Король ИПа. Без ролла. Олег, вроде такого не было, правильно. Ну так зачем тогда идти теми же персами? Да, то с Джерри, или еще там кто-то будет и был Капонский. Еще тогда полрейда. В смысле? Не было такого. Так это просто Олег хочет колье паролить, из-за этого, наверное, да, правда, да, такое да. Появилось. Но не паролить, а кому-то его надо отдать, я так понял. Пацаны, у меня двойное ИП. Я могу ролить два раза. Это такого не было никогда. Короче, если КД падало, то считалось, как будто не было этого рейда. Я просто говорю, что у меня типа двойное ИП, если что. Это речь же не о тебе сейчас, что ты встрял. У кого нету двойного, то что, теперь спала КД, можно не идти им? Типа, если ролить нельзя. Надо это обговорить, типа решать, что делать в такими ситуациями. Ну, обычка, я думаю, покер, как бы, ну, никто не будет ничего говорить, а вот Гера, надо подумать просто. Ну, раньше не было таких ограничений. Если спал АКД, человек шел этим персоном и ролил на него. Я, в принципе, согласен с тем, что, типа, как будто бы не было рейда, но на всякий случай не стал заходить на приста. Ну, просто, ну, чисто по совести поступил. Как вы будете делать, мне без разницы. Ну ладно, не будем сейчас по ходу дела менять, ничего, но в правилах написано, но ИП заодно КД. Все. У меня нет КД. Вот. КД это слетело. За неделю уже. За неделю. То же самое, если ты сейчас за бабки каждый раз будешь скидывать КД на инст и говорить, уже. Что я каждый рейд должен ролить вещи. Ты сброс. Ладно, нет времени, короче, спорить, давайте просто поступим. Получайте ИП куда вы хотите. А ролить? Если двойного нет, мы не куда ролим, туда ИП получаем. Неизбежность зайдешь. Олег, а не неизбежность мою. Я лучше локом пойду своим, Крюгером.
Поставьте шкаф. А кто в танке пойдет? Кто он там? Void Beast Поклонский. Пижон, ты в понедельник, когда ходил с Джейми Престом, ты на кого ЕП получил? Какой понедельник? Пятница. Куда? Я вчера ходил с тобой. Я тебя про пятницу спрашиваю, когда с Джейми ходили, ты куда ЕП получил? В пятницу? В пятницу, когда ты пристал. Там мувик открой уже, ебаный стыд. Ну я записывал все, там и посмотри. Во! Посмотри в натуре. Ну ты же перезаходил, нет? Блин, может, бля, я не помню, может быть. Короче. Я уже столько раз за последние два дня был в ЦЛК, что у меня уже голова тащит. Я не помню уже, когда я заходил и кем заходил. Посмотрите, скажите. И ты мне трейд кидаешь. Да смотри, если кто-то этим займется, что двойное получил на этого персонажа, а ты не должен был получать, тебе снимут 20 косарей ЕП, что-то в этом роде такого, понял? Крюгер, это о тебе. Еще раз? И если кто-то этим займется и вдруг увидит, что ты двойное ЕП получал на этого лока, тебе там снимут 20 косарей ЕП, так что смотри сам. Да роль Apple Box. Так ты же сказал сам по барабану, что если КД вот сейчас упало, то как бы по барабану, нет? Так, вот это вторая проблема. Да похуй, да давайте забейте нахуй, все, пошли, хули вы, блядь, мнетесь. Так что делать, заходить на кого, блин, вы этот, запутали меня уже. Ладно, поступим так. Пишите в РК, на кого вы не получали ЕП еще. За это КД. Вчерашнее считается. Блять, как хорошо, что я умный человек, блять. Избавился. Вчерашнее считается? Да, вчерашнее считается. Можете перезайти другими персами. Что там с осколками? Ну, у вас кто первый по очереди на осколки? Как-то вчера последние мне отдавали один. Мне еще 19 надо. Ну, Маковей пишет первый. Ну тогда я пойду на этого шамана. Ну, на хило есть уже. Я в Элиме пойду. Элим не нужен. Тебе что, на ретрика не надо ничего? Ты... Ничего не надо. На шамана надо там много чего. Тогда давай я уйду с блока и пойду на ретрика назад. Не заходи на ретрика. А у тебя поезд дурацкий на ретрике. То есть я хочу только кольчужины взять, но он не падает все равно. Короче, у кого двойной ЕП и уже два раза получал ЕП со вчерашним КД, они не могут получить тройное ЕП. То же самое касается людей, которые вчера просто получили ЕП, трое целка, и пошли сейчас этим персонажем снова. Напишите в РК, куда вы получите ИП на другого персонажа. Ни хрена себе, у вас тут порядки какие. Чё просто нельзя теперь, короче, ролики все. Ну потому что, ну, начинаются мутки. Да пусть мутят, они сами не знают, что они мутят. Кто мутит, пусть мутит, ёпта. В чём проблема? Один раз он размутился, пиздец. КД спало, никто же не виноват. Хоть даже за голду пусть сбрасывает, получают 100 раз на одного того же перса. Это ж они 100 раз этим персом пользу гильдии приносят, в рейд идут. Чё вы, блядь, как будто валюту какую-то международную сделали. Убедил. Так что предлагаешь? Просто чтоб паролили на этими персами и получили ЕП, верно? Да, и все, и не заморачивать голову. Пусть идут, ролят спокойно. Даже один рейд за 152 месяца. Как короче, будто, как будто пятница, первый рейд, и все. Гетто в личку меня спрашивает, могу ли я зайти на ханта, а она хочет зайти на рогу, короче. Я могу зайти на ханта, на леди. А больше он вроде нигде не нужен, хант. А ты в пятницу не был хантом раз? Но я зайду другим хантом.
Давай, заходи быстрее, неизбежно зашел. Че, найдет рогой, а на леди я зайду хантом. Тебе на лука надо что-то? Ханта пояс тебе не надо, кольчужный? Давайте еще раз шкаф. Так что там по поводу Али Хелима? Хелим? Не, не нужен. Ну пойди ретриком, ё-моё. Мне надо там 20 еще льда заработать, чтобы последнюю, это 10-ю взять, 4-ю. Успеется еще. Ты завтра пойдешь или бы? Завтра меня не будет. Значит, послезавтра. Поднимай сумму. Ребят, короче, извините, пожалуйста. А ты ходишь? Да. Тоже ходит. Поменяйте, пожалуйста. Гетто, извини, я хотел там подстроить все под тебя, но не смог. Бля, опять будет скучный рейд. Что там, у вас будет сегодня второй еще рейд? Да. А может, я приду на него, короче. Да, скорее всего. Может, да. Резки нормально помиваем? Да не. КД скинул, а рацелка убила. А, рейску висит КД. Нужны осколки. Пока Вея врывается, уже написал уже. Ё-моё, долго что там? Сори, ребята, сори. Очень хочу пойти, но сори. Счастливенько. Бакалый Калкин. А Макавею сколько надо осколков? Что там уже врывается на осколки кто-то? Маковиц, да. Сколько ему надо? Вот ему 39. Он же написал. Фигеть. А тебе сколько? Мне 19 осталось. Ну есть же очередь. Причем тут сколько вам осколков осталось? Ну есть же очередь. Или нахера она нужна? Есть, но если, допустим, человек осталось намного меньше осколков, то почему бы ему не дать? Все должны уступать ему, типа. Да. А очередь есть, и по очереди мы отдаем осколки. Неважно, сколько осталось. 1, 2, 3. Не имеет разницы. Кто первый сейчас на очередь, может тебе сказать? Маковей? Маковей Калкин. Все тогда, чек на пул. Если я понимаю, там 1, 2, 3, ну 3 еще осколка, ладно. Да не кулак, ДК. Что ты говоришь? Кулак ДК дайте. Паладина, что вы раздавали? Чтобы я по никам потом говорил, что кому давать. Маковей, как... Кулак, дай ДК, рыбу кушайте. Бля, Джейми дал две фласки, нас подавнулся. Все, пошел пул. Ты так кидал, он еще не поел, мне еще бафы не все дали, лапы. Ну, блин, не повезло, значит. Хуярь так. Все подтвердили, я смотрю, Аудасиус нажал окей. Три хила пока, идем без ДЦ. Сзади ханта слить. Бананова, подними дизрапта. Сзади хан, пожалуйста, переключитесь в шип с хантом. Дайте бафы по луку. Танки, разбегайтесь влево-право, пожалуйста. Дайте гимн от хила. Так, ну все-таки мы в ДЦ будем идти без игру. Давайте еще гимн от хила и сакру.
два хила на шипе. Давайте в шипы играем. Лиссандра, притвори смерть. На полбокс поднимай Акма. Хилы на шипах, слить хил. Быстрее, быстрее, быстрее. Давайте гимнат хил. Шипы медленно сливайте. Не стойте в луже. Ладно, короче, давайте упадем. Добьем, добьем. Не, нихуя, заходим в лужу. Да ну добивайте, еще падать, когда я не на ремонт тратить. Да вы в одного танка вряд ли сидите. Так, пшик. Просто спекнуть потом до цеши стопьем. Бананова. Там просто спек и дестепся. Бананова, есть ДД спек? Ова. Спекайся в ДД. Перейли, спекайся в ДЦ. На распыл нажимать? Да, распыляйте, все. Кто хлам какой-то. Олег, я спекаюсь, да, БДК? Угу. Не, подожди. Акма, лучше ты спекайся. Нам ДК нужен. Рад тебя видеть. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах, все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Акру прожми. Лицо льда магии. Давайте по тактике, 2 БДК слева, протопал справа танчит. РДД слева бьют, милики справа. Паладина и капли с пула сливаем. Во время контроля людей ОЕшным дамагом не бьем. Первого на пол даем на White Beast на второй фазе. Потом на Акма. Чек на баф. Не допиваю. Им на хп на КД у всех? 3 минуты. Маковей, кулак по Акму. Аурус отточенности поставьте вместо ретри. Все
все ауры стоят. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Давайте, вышел трэш. Отыграли в трэш. Справа, бейте справа трэш. Вообще никто не бьет справа. Помогайте справа бить. Верный слуга. Сейчас будет контроль, готовимся контролить. Справа добейте трэш, не идите бить леди, бейте трэш, сейчас будет контроль. Агушка не спал. Давайте опять в трэш. РДД, играйте справа, короче. Значит, милики налево идут. Сейчас будет контроль. Смотрим. 3 секунды контроль. Расконтролили людей. Не бейте АОЕ дамагом. Алло, 20% вы повороте. Вихри раскидали. На квадрат вихрь еще. Процентов хп. Давайте переводим быстрее. Вот, на полную войда. Так, пошла фаза. Слева трэш вышел. Все в трэш забили на рейде, пока вышли. Служай, играйте в трэш. Смотрим за духом и не АОЕшим. Сейчас выйдут духи. Вышли духи, отбежали от духов, 5 метров сделали. Сейчас кинет контроль, стопаем АОЕ дамаг. Расконтролили людей, фир дали, совы, вихрь. Не АОЕшьте людей, блядь, Жзерл Прида. Уводи под духов, рейд. Вышли с под духов все. Напуливаем на Акма. 5 стаков у Войда. Где-то напуливаем на Акма. Вышли духи, отбежали от духов. Контроль скоро будет. Вышли из лужи. Служи вышли. Расконтролили людей, стопы моя дамаг, вышли из-под духов. Трусы в контроль. Ферните Мелизону. АОЕ дамаг, стопаем. Диспельте с леди рост. Вышли из-под духов. Напуливаем на Войда. Терестака. Все в трэш сыграли. Под духов все ушли. Вышли из-под духов, играйте в трэш. Так, опять вышли из-под духов. Нас контролили людей. Трусы в контроль. Не бить луну. 18% хп. Помогите поднять людей. Слишком далеко. Подняли людей, паладины бафнули рейд, пошли дальше. В общем, там на Гугле буду что-то вам рассказывать, на профи, на Синдре, на Лича, так можете говорить между собой, это ВРК, а то вообще скучно, жесть. Ты можешь поставить добычу на себя? Пока тянется осколочек занять.
Да, у меня, блядь, честно говоря, аж руки чешутся. Вот с Фаридой это сказал, я постоянно думаю, блядь, может замедлить, конечно, случайно. А где самогон, его в армию забрали? Не, у него монитор сломался. Ловко, да. Видите, я вам сегодня новости расскажу, что было. Седер, да? Крисия, короче. Я видел фотку, и я офигел. Блядь, Седер, да, красава, всех собрал, блядь? Чанан с циклон не пришел на сходку. Да я и не хотел. Хотя Филиппес, блядь, может, час меня умолял, чтобы я с ним не пошел. Да, Шанан, ты, конечно, пиздец. Чисто я бы пошел бы чисто из-за телки. А кто она, только я так и не понял. Ебать. Блядь, тебе не стыдно? Вообще похуй. Так, может, это вообще не слово, а не тот, кто знакомился. Не, это Словки, он сам сказал, Филиппец. Сам какая-то баба будет. А, пошел, в общем, еще с бульбулятором в РС-ку. Затащили. Станчил он этот цвет. С бульбулятором ты встретился? Не. Но он слишком далеко живет. Нет, чисто он их несколько, давай, блядь, ты не РС-ку вытаскивай. С ним еще поражать можно. Его бы еще взять этого злого. А, кого бы еще там, Каноби, самогонщика, и, блядь, и был бы трешак. Там реально был бы Comedy Club. Нет, блядь, ну тебе надо Face of Safe тогда. А, то есть ты оставил персов в гильдии, которые нужно одеться, а остальными не много, как? Ты лимнул персами, которых уже не надо одевать, оставил только тех, кому надо шмотки. Не понял. Ты лимнул персами, паладином, которые уже одеты, а оставил персов, которым нужны вещи в гильдии, я правильно понял? Нет, я тоже одеваю. Когда скучно рейдов нету, им хожу бывает. А так я в основном там создал свою гильдию для ГБ и так чисто пораскидал, чтобы что-нибудь ГБ у них спиздить. Если что-то надо будет. Пошел к этому пацану за ЗП. А, еще да, к нему БДК закинул. А у него там вообще, там приходят люди, ливают. Ничего он там не добьется, даже за деньги. Я ему это еще изначально сказал. Ты что, там платят деньги, что ли? Конечно. Что там за зарплаты? За зарплаты расскажи. 10 тысяч платят. Больше, чем в России. Блять, прикиньте, вчера, короче, подруга сказала, что ебать, так было грустно. А потом я, короче, что сказала про прервалось? Ну, типа, говорит, а ты знаешь, что Мадонна умерла? Я такой, знаешь, сижу такой, типа, как умерла? Ну, а на фоне еще ее песни играли, и, блять, так было грустно, пиздец. А потом я под утро узнал, что она не умерла. Так охуенно стало, пиздец. А дайте бафы по брату, идеально. 300 бафов, крест. Рыбку можно поставить. Бля, Вуди наконец-то автовыйду, да?
Пиздец, радовался, как будто я вот выбил шмотку. Я надеюсь, что она ему не подойдет. Будете замачивать это дело? Не, я же не пью. Это минимально. Нет смысла. Маму-то надо счеты на мейн. На оф только. На оф, не столько. На оф ролим. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля меча! Забери, что-то я подписываю. А ты, Валерик, пошел с ними на сводку эту? Куда пошел? Пошел. На эту сходку. Там, где Седдер, Трисия, Филипец и, по-моему, бабочка эта. И все. Да я ж не белорус. Похороним тебя, как подобает. Ты можешь им завтрашнего дня стать, если захочешь. Я где глянул, не вот так? А? Я глянул. Олег, если что, могу распилить шмотки тебе осколочками одну. Портируйтесь.
Хорошо, я тебе тогда буду все отдавать. Пошел бы на сходку, если бы было свободное время. А сейчас что тебе, он не свободное? Ну, они сейчас в Киеве. А? Не, я имею в виду, будь ты в Минске. Ну, пошел бы. Сколько это? 2-3 часа просто посидеть. Че, мне сходить? Они что, покусают тебя? Олег, я фукнул, у меня курьер приехал. Давай, пошли тогда бить Валик. Ну, в чем проблема сходить там с ними куда-то? А меч кто-нибудь будет олить? Ну, блин, а кому-то надо меч? Ну, я бы на офф-спек взял бы. Ну, давайте 10% ролим. Сколько это? Какая будет? Сейчас бы Дженерин пушку не продать. А не продал бы, уже научился. Нет, давайте быстренько солем первую вальку. Быстрее, звезду. А вторая забагалась, ладно. Зачем вы туда бежите? Багать валик, что ли? Джерионы, блядь, всякие нам. Ничему жизнь не учат. Пошли, короче, за дружком сейчас. На мост она разбагается. Вот она уже баг. Идемте на мост, если походу умру. У нас, наверное, с Минска человек 10, да? Ну, не 10, но с Беларуси дохуя. Больше эти. Сейчас, подожди, 3, 4. А не, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 8 точно знаю с Минска, что есть. Да, ну чего? Восемь человек с Минска точно есть. Отойдите, милики, тут сейчас я один хилю, я не успеваю захилить всю мили-зону просто, сейчас вы сдохнете. Отойдите от дебафов. Всё. Ты не интересовался вот этот моб юзает чумной поток? Кто он дает вообще? Кого? Тут
Чистит гном, юзает скилл Черной поток. Он типа усиливает там что-то. На 100% усиливает. Что, у нас всего один приз в рейде? Да. Да, и Дима. ШП один. Я могу за ШП зайти. Ой, отойдите от прелести, сейчас агрите. Зайти за ШП? Эрдру вернуть, я в ШП спрятнусь. Ну, я посчитаю, сколько на рейдж. Не чисто надо просто людей на рейндж, поэтому... Так... ШП, ВСВ 3, Тан 4, Волока 6, Топол 7, Бомага. Женька, дудотипка, а ты со мной встретился когда-нибудь? Applebox, банановая, Манелтер, здорово, Фаермак. Забыли. Раз, два, три, четыре, пять. Где-то шесть, Поковский семь. Зерл Прида 8 и Ниссандра 9. Рыбу сейчас будет чекнуть. Куда? Какая тебя нет? Да, три хила. И вчера. Вчера был Иршам, ДЦ и Иршам. Я вообще не напрягался. Он такой одетый ДЦ? Ну да, вчера было 3 ШП, по-моему. А сегодня один. Все готовы. Не просто. Да, забыл. Прям. Только завтыкал. Сейчас будет мелкий с большой стезнемилизоне. Прожмете чешки.
Нет чешки. А не повезло, значит. Тоже на рейнже стоит. 5 большой слизи забирай. Есть бабл? Братан, попробуй сделать. Сава. Бабл. Центр все встали, а ты? Убежали за спину. Ой, гимн на ману поставлю тут темп. Давай уже. Маковей, давай бабл. Ну, видишь, в принципе, не так сложно было. Новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи. Плач. Ого, да я... На ретрика. Потрясающе. Или АДК. Кто лучше ППР у нас? Сейчас скажу. Макгрегор. Да, он выше. Надо подождать. Макгрегор, ты на ДК рубишь? Да. Олег, там ФМ написал, забили на чистый. Вроде спикнись на одном боссе в нем. Что? Я попробую использовать. Это обычное облако газа.
Там, где-то там. Вы чё? Тотемы в центре стоят. 9 залезу. Вот такой, как и вчера был. Вчера вообще-то стоп не падали. Я в первом рейде. А, пояс здесь. Перчи. Перчи на ретрика АДК. Ну, с такой же пана. И перчи. Что значит пояс упадет не лишний. Пивен перед профом идет? Нет. Дисрапт. Я только засчитывала, беги, я тебя умоляю. Значит так, дисрапт кинешь, проклятие на зеленого, вроде на красного. Будем стопать, дамаг на первой фазе ждать зеленого. Поднимись к нам. Какой ДПС вообще, кстати, был? Хуже, чем вчера, по-моему. 300. Да это не тот. Не-не, это не тот. Я понял. 322? Написано 322. Вчера было 316. 322 больше. Я математик, мама. А вчера у нас с пула кто-то упал. Это я упал, локом. И AirDru нам же на люче нужен будет, не? Не, не надо. Зиманы нет. С нами надо использовать гимн на переходках.
Тонский, неизбежность, хилы готовы. Каску надо кадать. Ивар, каску обновите, пожалуйста, 5 минут осталось. Так, все, иди пей куклу. Прожимайтесь на переходке уже. На ДЦ наёс. Давай, давай, пей. Спасибо. Пуляй. Милики в черепе стоим. РД в квадрате. Маги не блинкаются. Локи не используют порталы. Стопайте по профу. Топ по профу. 1% до переходки. РДД встали в квадрат. Все, бьем зеленого слизня. Милики, если вас откинет, идем в РДД зону потом. Килы не сбегается к цели зеленого. Все, милики отошли в РДД зону. А, вышли, вышли, там уже. Аплбокс, поднимай фаермага. Так, на ком зеленый дебаф к столу, быстро. Забафали мага. Хилы сейчас не сбегаются в цель зеленого. РДД на ком красный дебаф сбежали с цели зеленого. Кастует красный. Мне на цели красного Александра, блин. Красава, бог дал. Банановую поднимай Александру. Бежали пельмени. Бля, тут надо жопу рвать, короче, с хилами. Гимна КД. Джерин, давай гимна хил. КД. Блять, вы хилите или нет? Жесть. Отбежали от пельменей. Играйте в красного. Пельмени отбежали. Ой, гимна ману, я ставлю тотем. Давайте, в квадрат от зеленый выходит. Сейчас пойдут пельмени. Мы отбежим за квадратом. Побежали за квадратом, отбежали, там пельмени. Квадрат отбежали. Блять. Кука я не увидел. Ёбаная кука. Встали в квадрат РДД. Забивайте зеленого. Не, падаем. Пила не хватает. Могу полипала, если что. Ну, не спальте. Маги на последних местах, они что, колбу ловят по КД или что? Колба для РДД не работает. Пельмени, наверное, ловят. Просто умирают. Да, я имел в виду пельмени. Умерли? А почему вы умерли? Захилили, захилили. Не знаю, в смысле, я умер, когда сказали умирать, я был забежал, куда лес. Посмотрел, я ни разу не умер за хейтеры. Сэддера, сейчас он скинул, блядь. Там Терриси уже так нажирался, что, блядь, даже уже говорить не может, блядь. Ай, Эрдру будет, а я себе пойду в ШП. Блядь,
Шана, ебать, ты такую тусовку пропустил. Ты теперь слышишь, это только по фото смотришь. Ты прикинь, треси еще на поезде назад ехать. Или на чем-то ехать назад надо будет. Долго? Я думал, он там у кого-нибудь останется на ночь. Ну все равно, ему ж надо бы когда-нибудь ехать домой. Ему лучше на следующий день поехать. А Седр что, там не пьет, что ли? Нет, там, хотя не знаю, они там все бухают. Ну. По идее, Песи должен снимать, как они в говно там. Не, они там все нормальные, там Песи только нажрался, походу. В ноль. Это все потому, что у Льды десятки не было сегодня. Что-то я вчера не поставил Войд. Да, Войд, почему ты вчера не поставил? Ну чё, вы бы на тусовку не пошли, что ли? Я спал, так бы зашёл бы, да. Да забейте, желающих Гульду мало. Наберите солчата новеньких каких-то, чтобы в Льду ходили. Да? Есть один рекрут хороший, думаю, ну, не знаю, тут положительные отзывы один слышал, знаете, как он, что мусульман. Я бы набрал пацана. Хила вы хотите или банановую все-таки в Эрдрушку спекните? Ну, у нас от хила не хватало, сейчас два аршама будет, не будет проблем. И давайте бафы. Ты же обычно 5 хилов делаешь. Тру лучше, чем ДЦ, который по где 5 хилов? Ну, обычно, когда рейд идет, ты на Сандру и на профу добавляешь, и на леди. Не, никогда такого не было. Ну, на профе да, никогда не было, на леди, да. Сейчас уже нету смысла. Так, Эрдру ну. Лучше, чем ДЦ, который не хилит, Олег. Ты вообще не так не хилит. Считаю по КД. Да добавь сейчас. Одного хила на одного босса. Все равно стопаем. Танк будет бить на него на пулевой. Элисандра по вороте готов. Лень. Кулак по хантам, кулак по рогам. Там МП5 некому бафать. Бафай фрешблот или ретрия. Я МП5 раздам. Все, пей столик. Поклонский, ты когда эти пельмени идут, ты возле босса не стой, где-то сбоку, а то я сейчас пельмень тупо не увидел, словил его и тайвайп был. Стопайте по профу. Топ по профу 5%. Все сыграли, все в зеленого. Хилы не сбегаются, все в зеленого. Хилы захиливают. Убежали с череп. Миликс чумой отдай в РДД зону. Приводим профу. На ком зеленый добавь к столу быстро.
Делай, не сбегаемся. Перель, чума. Классный почти. Череп сбежались. РДД. РДД с красным дебафом в череп. Пробуйте в череп сбежаться. А-а-а! Джерион. Мог бы поднять было. Подай на повороте Apple Box Audacious. КД для пирамиды. КД для меня так. Чё ты там один делал? Как откинул? Чё я там делал? Красный появляется, играйте в красного. Пельмени отбежали. Если что, на переход ты могу бы отдать потом. Красного сыграли. Апрель. После пельмени бой на момент. Пельмени будет. Пельмени. Все, давай по на ману ставлю КТ. Бля. Так хоть веселее играть. Жопу надо рвать. Давайте. РДД хилы в квадрат. После пельмени отходим вправо. Отошли. А. Как-то странно таймер задействован. Давайте в квадрат встали. Милики отбежали в РДД зону в квадрат. Быстро. Все, сбежались в череп. О, бля, не повезло немного служить, сука. Пельмени отбежали. Сколько БР еще? Подумай, хрень банановая. 40, 41. Я поднял. Стопайте по профу, 2%. Стоп по профу, эскейп нажали, в красного сыграли. Банановая подымешь повороте, без мота от Аудасиуса. На переходке, скажи кому дать БР, он когда устава будет стоять. Да сейчас да, раздавайте БРы. Банановая повороте. White Beast, Audacious, прожмешь, от колб отошли все. Бафы Локу, бафы Крестам, колбы отбежали. Все, на ком зеленый дебаф к столу. Audacious поднимай. Вставай, Audacious, быстро. Дали рост. На ком красный дебаф, РДД сбежались с зеленого. Скажу, когда прожать сакру. Прожимай сакру, прожми сакру, прожми сакру, прожми сакру. Смена цели красного, смена цели зеленого. Колбы отошли. Поклонский, забери босса, прижмись. Пельмени отбежали. Нету гимна. Так уже дохилишь. Да ёпти, что за говно падает. Дед, останься со мной, я с тобой побегу. Взрыватель. Владимир Джерец Черный. Нижний. На оф можно? Да, это как на мейн идет 300 гп. Да, заходи, хулипала. Камон, Дима, бейба. А. Камон, Дима, бейба. А.
Да, проф, так нормально, ебучку рассадили. Ну, короче, нам этого 2 ляма от секьюрити. Ну или 3 ШП. Да. Если было бы 3 ШП. Поставьте шкаф. А, все есть. Давайте рыба. Уже час прошел, как мы тут? 57 минут. И погнали дальше. Есть такого обычная еда? У меня есть. Я не могу тебе обмен дать. Да все, мне дали, спасибо. Кагри, правую кучку и все. Дали там дальше. Дай контроль хотя бы Джерион. ДД, спуститесь все назад, чего вы там встали на лестницах? Уйдите назад, потом маги раздадут кольцо льда и гнев небес. Слышно сейчас, да? Да. Сейчас. Смотрел с тобой Кевин Ли и Эдсон Барбоза вчера. Понятненько. Ты говоришь? Шанон, ты тут? Но. А если бы Седер был девчонкой, ты с ней встретился? Ну, если бы она была сексуальной девчонкой, то может быть. Я бы его сразу бы к себе домой позвал. Чем на эти сутки. Если бы Седра был бы девчонкой, я бы позвал бы его к себе домой, знаешь? Позвал бы его в Эдуард 10. Ты его бы все бы звали домой себе. Подумай, мы что-нибудь завоевать. Да. Японский, дай вот богу. Так, вот интересно, есть лайфхак. Можно ли диваном снять слабость после воскрешения? Кто может потестить? Какую слабость снять?
От алкоголя? А, маску нельзя снять. Пробовал? Да не пробовал, и так понятно. Ну, значит, ну, попробуйте кто-то. С какой маской есть? Можно снять этим антиэррором в руках. А то сейчас оно не работает. Эй, Джерин, сразу видно, что ты с 12-го года. Прилог сделаю, брат, идеально говорит. 20 секунд. Уже 10. Рестница по-братски.